Нам понадобится 0,5 кг фарша. Фарш у меня свиной. Добавляю соль по вкусу и черный перец. И чуть-чуть, буквально чайная ложка без горки сухого чеснока. Все хорошенечко перемешиваем. Отправил сковородку на плиту, добавил буквально столовую ложку подсолнечного масла. И отправляем фарш. Зажарим его красиво. Пока обжаривается наш фарш, быстренько нарежем лук. Кубиком, не слишком мелко, не слишком крупно. Не забываем фарш перемешивать. И таким образом он еще и измельчается. Получится у нас мелкий. Все это лучше делать деревянной ложкой. Сковородка останется целой. И фарш хорошо разламывается. Буквально спустя 3 минуты отправляем лук. С луком обжариваем примерно еще 3 минуты. Добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. Я попробовал, мне не хватает соли, поэтому добавляю еще 1 щепотку соли. Ну вот и все. На обжарку фарша у меня ушло около 8 минут. Начинка наша готова. Супер. Отправляем первый лист лаваша. Отправляем начиночку. Расправляем по всему листу. Следующий лист. Повторяем процедуру. Накрываем пятым листом. Прижимаем. Не сильно, слегка. Берем сметанку и хорошенечко смазываем последний лист. Нам понадобится примерно 250-300 грамм сыра. Через крупную терку отправляю. Все, и обильно посыпаем сверху сыром. Теперь осталось отправить в духовочку. Выпекать буду при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Для того, чтобы блюда готовились быстрее, всегда отправляйте в разогретую духовку. Это тот момент, когда совсем нет времени, а лазанью хочется приготовить.
из лаваша получается очень обалденно, очень вкусно. Готовьте вместе со мной. Я уверен, вам понравится. Не забываем ставить лайк, комментировать и делиться с друзьями. Всем пока!